Дорогие женщины, хочу открыть вам маленький секрет. Чего хотят мужчины? А мужчины хотят не что иного, как ваши красивые, очаровательные, наполненные любовью глаза. Я хочу вам пожелать, чтобы в ваших глазах всегда была любовь, чтобы в ваших глазах всегда была радость, чтобы в ваших глазах всегда была улыбка. И я хочу пожелать, чтобы те мужчины, которые вас окружают, независимо от того, это муж, это ваш парень, это ваш друг, это ваши дети, начальник или подчиненный, чтобы они приносили вам эту радость, чтобы мужчины носили вас на руках, потому что для этого нужны женщины, чтобы носить вас на руках. И пусть эта любовь, которая наполняет вас, будет вдохновлять нас, мужчин, чтобы мы могли достигать еще больших успехов, чтобы мы могли вдохновляться вашими глазами и все наши успехи возвращать обратно вам, к вашим ногам. С праздником вас, дорогие женщины!